Уже оказываю. У меня живет семья. Конечно, с удовольствием. Я бы ребенка взяла бы какого-то на лето. Куда деваться нам? Наши братья. Готов принять, нефиг думать. Семью, пожалуйста. Ну, по мере своих сил, возможностей, конечно. Мы с друзьями собирали гуманитарную помощь. То есть мы в этом участвовали, да, конечно, там вещи, продукты, как получалось, так и собирали. Да, да, конечно. Можно поселить у себя кого-нибудь, например. Естественно. Потому что в любое время, в любое, скажем так, какое-то временное событие, любой человек может оказаться на месте тех же наших, которые находятся на юго-востоке. Страшно за людей, за детей, которые там находятся, конечно, почему нет. Я, в принципе, я готова оказывать помощь всем нуждающимся. Я могу финансово оказать помощь, могу вещи детские предоставить. Там, если что, можно даже такой, ну, не знаю, блиц в интернете бросить. Даже детские коляски, знаю, девочки сбрасывались у кого что-то. Я, конечно, готов, потому что непосредственно, так говорю, что и наши родственники, конкретно мои, находятся, ну, в Донецке. И если надо будет, не только им, а еще знакомым каким-то, мы, конечно, окажем. Ну, и окажут даже наши друзья, которые с нами общаются здесь, которые поддерживают отношения. Спасибо. Взаимно также. Мои родственники есть луганские, донецкие. И просто люди, которые там живут, которые сейчас страдают, а которые... Все, что происходит там с ними, конечно, готова оказать все, что в наших силах. Готова, только не знаю, как, вот что конкретно сделать. Потому что как, я считаю, что много людей, которые готовы что-то сделать конкретное, но что не хотя бы, может быть, какие-то вот счета расчетные. Или вот, допустим, когда смс-ки какие-то отправлять, допустим, эти деньги бы куда-то переходили на какой-то вот счет, и эти деньги шли бы конкретно этим людям. Посильную помощь для беженцев мы всегда готовы оказать, тем более, что мы работаем в органах социальной защиты населения. Это наша работа, конечно, да. Более того, мы не просто готовы, мы и оказываем эту помощь. Ну, вот вы, наверное, видели, вот у нас объявление висит. Вот. Люди охотно отзываются, откликаются на наше объявление. Уже было много предложений и спрашивали. Вот. Вещи уже несут. Мы собираем в основном детские вещи. Вот, это и обувь, это утварь, это, ну, в общем, все, что не жалко.